В 2022 году в Ростовской области обеспечат работу 17 волонтерских центров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Центры добровольчества гарантируют всестороннее комплексное развитие волонтерского движения. И по итогам прошлого года они вовлекли в это движение более 100 тысяч человек, отметил заместитель губернатора Артем Хохлов. В этом году поддержку получат 5 муниципальных центров в Каменске, Шахтинском, Аксайском, Верхнедонском, Константиновском, Тарасовском районах и еще 2 на базе Белокалитвинского гуманитарно-индустриального техникума и Инженерно-технологической академии филиала ЮФУ.